нашій студії. Зараз піднімається дуже святкова і класна тема. Сьогодні ми з вами трішечки дізнаємося більше про таке свято, як Ханука. Так, і тому ми сьогодні запросили до нас гостя, помічник із помічник головного рабіна України з гуманітарних питань, громадський діяч Урієль Штерн. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді вітати вас у сьогоднішній такий святковий день. І ми трішечки знаємо про це свято, але зовсім трішки знаємо, що там є пончики. Чи могли б ви детальніше розповісти, що це за свято? Ну, этому празднику 2000 лет. Начнем сначала. Да, когда Бог сотворил небо и землю. Давайте с того момента. Да, значит, все прекрасно знают имя царя Соломона. Это имя, оно связано, у нас называется по традиции имя Шломо. Почему? Потому что в греческом языке нет буквы Ш, и поэтому все персонажи из Торы, Библии, они в греческом языке букву Ш поменяли на букву С. Чтобы вы это понимали. Нет такого, Соломона нет такого человека, есть человек, которого звали Шломо. Ух ты. Да. Вот, значит, во времена правления царя Шломо, его имя переводится как «Мир», он построил храм. И в этом храме еще до того была построена, стояла минора. Минора, да. Эта минора стояла из 7 свечей. И зажигал один единственный человек в мире, который был первосвященник в этом храме, зажигал эту минору. И все, эта минора освещала весь мир. Весь мир освещала, как она освещала? Все правление царя Шломо во всем мире не было ни одной войны за все его правление. Это такой исторический факт. К нему приезжали все народы, он их, его мудрость все знали, и когда возникал какой-то конфликт, не ехали в бесполезную Организацию Объединенных Наций, а ехали к царю Шломо. И он этот конфликт так настолько разумно между странами решал, что вот все правление царя Шломо, Соломо, не было никаких войн. Конечно же, не благодаря тому, что в храме светила минора, она хватала, чтобы был духовно весь мир чувствовал себя хорошо. Наступили потом тяжелые времена, знаете, времена меняются, и во времена греческого правления греки, они были очень, как это правильно сегодня говорят, рациональные люди, да? Угу. Эти рациональные люди, греки, на самом деле, они решили у людей отменить в каждой стране, где они завоевывали, отменить их ценности. Вы же прекрасно знаете, как любят страны-завоеватели отменять в каждой стране ценности, да? То есть, пожалуйста, борщ пусть остается, да, что еще, пампушки, но мова будет другая в этой стране, да. Так и было, что в Израиле. Сказали, что, пожалуйста, вы там кушаете фаршированную рыбу, там, мацу, но не связывайте это со своей религией, со своей традицией. Там. Мы там оставим, там, левиты пели песни в храме. Пусть поет Рио Мореныч, да, но дальше нет. Все. То есть, когда какая-то страна-завоеватель пытается отменить определенные ценности, они оставляют малозначительные какие-то вещи, которые, знаете как, не важны, и потихоньку искореняется сама сущность, сама вся идея. Так само греки, они сказали, мы делайте, что хотите, только давайте отменим те вещи, которые, они нерациональные. Да. То есть, ну вот, фаршированная рыба вкусная, кушайте дальше. Что-то еще там, делайте какие-то свои определенные там народные обряды, танцы, это же весело, можно веселиться там, все остальное. А вот те вещи, что греки там, непонятно для людей, ну вот зачем зажигать свечу это, в храме минору? Зачем ее зажигать? А минора была с момента появления евреев этого всего, ну, когда вышли из Египта, это был вечный закон. То есть она никогда не погасает. Никогда не гасла. Каждое утро приходил первосвященник, доливал масло, зажигал. И нельзя было это остановить, потому что там даже окна были сделаны интересно. Все окна сделаны обычно вот так, а там были окна сделаны вот узкое окошко было в самом. А с внешней стороны храма это было громадное окно. То есть символ того, что не свет заходит в храм, а наоборот, из храма идет
свет, ну, мы все знаем, что... Светло в свет, да? Да, мы все знаем, что, как и сегодня, со всех духовных мест, где люди думают больше о душе, о вечных ценностях, с него выходит больше, конечно, комфорта, чем с какого-нибудь более там материального всего этого... с каких-то материальных событий, да. Из столовой не выходит духовный свет, а там, где собираются люди, что-то обсуждают, и есть вечные ценности, не убей, там, не укради, соблюдай субботу, там, понятно, другая атмосфера, и другой духовный свет идет. И вот греки, значит, уничтожили все, что можно было связано с этим, и когда поднялось восстание и захватили обратно все эти храмы, чудесным образом нашлись закопанные бутылочки с чистым оливковым маслом. Что такое чистое оливковое масло? Масло изготовляли по интересной технологии. Брали плод, который ни разу очень, ну, не побитый ни в коем случае, ничего, и били об него об стенку. И когда отскочил, все это собирали, и только после, с одного удара опять новые маслины, опять новые, и брали только такое масло, его потом запечатывали. Ого. Да, и вот нашли эти два этих вот масла, взяли копья, сложили, понимаете, копья сложили, потому что это уже был не первый храм, это был второй, сложили, ну, сложили, миноры повытаскивали, там еще золотые вещи были, и, значит, сделали такую минору, и там зажгли, получается, да. И произошло чудо. Вместо, ну, как обычно горит, вы знаете, все свечи, все остальное. 8 дней горело то, что должно было потухнуть. Ого! Мне кажется, саме тому и святкуют 8 дней в храме. Да, правильно? Да, именно 8 дней. Да, это вот так, как, например, как чудо. Дали получку, а через... и хватило денег и зарплаты. Вот такое чудо, оно редко случается. Да, вот это было чудо. Это было чудо, и вот ему этому чуду 2000 лет, да. А как перекладывается слово «ханука»? «Ханука» переводится с иврита как слово «освящение». Угу. Да, «освящение», то есть, ну, «освящение», да, а чому, простой перевод. А чому саме готують пончики? Чому, наприклад, обрали таку незвичну страву? Як, ну, не только пончики. Готують ще дуже відоме українське блюдо – діруни. Серйозно? О, воно називається латкіс, да. Так це воно наше українське ви готуєте, чи навпаки, воно просто схоже? Смотрите, у нас сьогодні на самом деле є речі, які, наверное, Україна – одна із єдиних стран в світі, которая имеет такое количество друзей, родственников, бывших соседей, проживающих сегодня в Израиле. Да? Наверное, у каждого человека есть друг или сосед, или родственник, или кто-то, кто живет в Израиле. В любом месте, в любом каком-то вы придете, скажете. Поэтому сегодня ценятся все блюда, которые условно делаются с маслом. Я, например, делаю суши и жарю их тоже в масле. Суши? Да, ну, самые вкусные суши, которые делаются в темпуре. Почекайте, суши смажете в масле? Для меня это сейчас запитание. Ну, как это? Это смакота. Это называется темпура-ролл. Горячий ага. Ролл. Вы разве не пробовали? Все, я зрозуміла. Ну, что вы, да. Ага. Да, но делается в основном дируны. У меня даже есть рецепт интересный, знаете, я их называю не только с картошкой. Я делал дируны и с морковью, и с китайской капустой дируны я делал. Так, да. Чем отличается, я вам скажу, меня когда спросили, чем отличается, значит, есть же в каждом народе, есть, значит, в Украине дируны, угу. У нас это латкис. А я посмотрел какой-то белорусский рецепт, и там как-то по-другому. Как называется по-другому? Мне спрашивают, а чем разница? Я говорю, у нас в украинском рецепте яиц больше. Это вот наше отличие, да. А мы говорили саме про то, что святкуют там в Израиле, а в каких еще странах святкуют Хануку? Ну, на сегодняшний день в любом практически месте, где находится организация, которая называется Хабад, да, вот там, где находится эта организация, там это сегодня празднует этот праздник, да, вот когда Барак Обама, он захотел сделать Peace Corps, корпус мира, он обратился в организацию Хабад, каким образом, это религиозная организация, которая посчитала в связи с
посчитала своим долгом во всех местах, где есть Кока-Кола, сегодня шутят, там и есть Хабад. Да, это религиозная организация. Вот в Украине, в каждом практически городе, где живут хотя бы там 10 евреев, есть такая организация, Хабад, которая, знаете, как может предоставить все вещи, которые нужны там, ну, вот, религиозному или пытающемуся соблюсти человеку, да, как говорится, от рождения и заканчивая, не дай бог, не про нас было сказано, ну, не сегодня, смертью, да. И вот там, где есть организация Хабад, везде зажигают, то есть, ну, это, если вы посмотрите видео, это все президенты США, это, ну, практически в каждом городе какой-то мэр, ну, везде, где есть это, сегодня в Афинах, в Греции. Ух ты! Да, в Афинах, в Греции зажигают. Клин-клином, да, так сказать. Да, в Афинах, в Греции. Есть очень много фотографий, как было зажжено во время в Рейхстаге. Американские, еврейские солдаты там зажигали. Много всего. Ну, такая все идет традиция, да. А от святкують саме цей день однаково чоловіки, діти, жінки, чи є якісь розбіжності? Ну, я бы сказал, что это не такой традиционный, как сказать, это не такой строгий праздник, как записан в Торе. Это в Торе, это, вы знаете, это Пасха, Песах, это Новый год и получение Торы. Этот праздник, он все праздники празднуют все вместе. Это однозначно основная обязанность, как всегда, лежит на мужчинах, но должны присутствовать при зажигании женщины. И, в принципе, вот эта вот не сильно большая идет нагрузка. То есть в этот праздник можно работать, ездить на машине. Это не такой праздник, как записан в Торе, которым нельзя, практически совпадая с их законами, как в субботу. Да. А що ще традиційно роблять цього дня? Можливо, знаєте, якщо нас там збираються на Різдво, ну, наприклад, та, то у нас згадуються якісь там історії, починаються, можливо, якісь і пісні, починають там щедрувати. А що, наприклад, у вас таких якихось активностей чи дій також роблять цього, ну, от протягом цих 8 днів? У нас саме головна активність – це от на вулицях, або вдома, кожен вечір, обов'язково, коли темно, треба зажечь спочатку одну свічку, потім вторую. То есть добавлять, чтобы этот весь свет шел на улицу. Угу. Это такая традиция, так? Ну, так должно именно быть, это важно, именно в темное время, чтобы действительно этот свет освещал мир. Прекрасно. А еще запитання, чи святкують в один той самий по числах період, чи це, можливо, якась періодичність, там, наприклад, перша декада там, грудня, там, наприклад, чи це мають бути чисто визначені числа? У євреїв іздавна сонячно-лунний календар, то важливо розуміти. Тобто у мусульман лунний календар, у християн сонячний. У євреїв сонячно-лунний календар, і по єврейським датам все праздники всегда начинаются по еврейским датам в один и тот же день. Ух ты! Да, всегда. Да, и почему солнечно-лунные? Потому что праздники определенные должны быть. Первое, у мусульман у них может быть праздник, ну, гулять по всему году, у нас нет. Этот праздник должен быть обязательно весной, а этот праздник должен быть обязательно осенью. Да, поэтому для того, чтобы оно не сдвигалось по сезонам, именно сделал, живем мы по лунному календарю, а раз в году, вот в этом году, добавляется еще один месяц. То есть у нас есть 13 месяцев. Серьезно? Да. В этом году. А 13 месяцев какой? 13 месяц это добавляет, делают 2 месяца. Это будет перед праздником Песах, там делается, еще добавляется еще один месяц, и год называется беременный. Ух ти! А що це означає? Ну, знаєте, якщо... Народиться ще один місяць. Так, так, так. Год назад беременний год, і виходить 13 місяців, так. Клас. А дивіться, що... А як часто буває? Як часто буває такий вагітний рік? Ще раз кажу, смотрите, якщо виходить, що якийсь праздник не випадає на осінь, а мы видим, что мы будем праздновать его в августе, например, по такому, то добавится месяц. Все, весь календарь рассчитан тысячи лет назад, и его никто уже не может сдвинуть. Все.
А я хочу ще трішечки повернутися до теми гастрономії, тому що все ж таки це свято, як я просто знаю, що от пончики, вони є ключовим на такому столі. Ще я чула про млинці. А що ще традиційно потрібно готувати? Бо, ну, у нас, наприклад, є там традиція 12 страв на святвечір. А які ще страви мають бути обов'язково на столі і чому саме вони? Можливо, є історія. Ще раз говорю, що є тільки в цьому іменно праздники, тільки ті блюда, в основному це називається латкіс, це діруни. Угу. И делаются пончики. Все. Ага, для детей все. Это понятно. Пончики? Да, но все-таки хотелось бы нам вернуться к тому, что я хотел бы сказать, смысл его не в пончиках, ни в чем, а смысл именно только один – это зажигание свечей. Для того, что, почему зажигание свечей, да? Как правильно запаливать свечку? Я знаю, что там есть какая-то моя традиция самого по запаливанию. Ну, сегодня правильно, это первая свеча, она зажигается, как зажигается, а вторые свечи, там есть порядок, добавляется с одной стороны, а зажигается все равно от той свечи, которая первая. Угу. Да, это вот единственный порядок, да. Главное тут вопрос, духовный смысл, я помню, что вы вопрос подготовили, да? Так, духовный сенс. Ну да, конечно же, главное же духовный сенс, главное, что вопрос, который задают большинство людей, вот вы меня там спросили, что какой смысл зажигания на улицах сегодня, да? Ну так, еще уже зараз у нас есть фонари, ліхтарики на стовпах и там навіть на будинках, сенсу я бачу в цьому. Реклама какая красивая в каждом городе, да, световая, да. Действительно, 2000 лет назад, когда человек зажигал на улице свечку, это он освещал целый квартал. А сегодня, если он зажжет свечку, то он может, что он осветит? Полметра возле себя. Это очень интересная вещь, что я сейчас говорю. Смотрите, тогда были такие времена, что достаточно было вообще, чтобы горела одна минора на весь мир. Или человек выходил на улицу, и его свет мог быть виден за несколько километров. А что мы видим сегодня? В те годы не было, как я сказал, когда зажигалось, все было правильно, не было такого количества войн. Да, сегодня, хотя и рассказывают люди, часто я слышу этот, извините, бред, что сколько людей погибло в религиозных войнах. Ну, будете смеяться, минимальное количество за всю историю человечества. Если посчитать там то, что погибло во Второй мировой войне, которая не имела никакой религиозного смысла, в Первой мировой войне, и что происходит сегодня ежедневно, то количество людей, что там погибало раньше, это, ну, это были какие-то, может быть, десятки, может быть, тысячи человек. Никогда не шла речь о миллионах. Мы видим, как сегодня мир, он превратился в более неспокойное место, чем это было раньше. В очень более неспокойное место. И вот как меня спрашивают часто люди, вы знаете, там у меня есть благодейный фонд Квитна, который занимается ранним предупреждением заболевания рака молочной железы. И я всегда проверяю, сколько фонд сделали маленьких пожертвований. То, что у меня есть люди, что я им позвоню, они занесут все, что нужно, чтобы покрыть какие-то там расходы или заходы, мероприятия, плакаты мы в основном вешаем по всему городу. Ну, по всей стране вы видите эти плакаты со звездами. Я смотрю, сколько дали именно маленькие. Почему? Каждый человек может себя спросить, ну что поможет, что я сегодня утром проснусь и отправлю 18 долларов, 18 гривен, да? Отправлю, например, в фонд. Вот сейчас великолепный есть фонд, они занимаются банком костного мозга. Да, в Украине нет банка костного мозга, это нонсенс. Нет такой страны в мире, кроме Украины, я вам скажу сразу. Ого. Поэтому они сделали благодейный агресс и сделали банк костного мозга. Вопрос, зачем надо им, к примеру, каждое утро проснуться и отправить им 5 гривен? И человек говорит, а что это поменяет? Поменяет то, что сегодня мы противостоим колоссальным вызовам. Видите, что происходит каждый день. Войска на границе. В Турции вчера чуть ли не была сделана Третья мировая война. Разбомбили, убили турецких солдат. Россия, ответы. Войны по всему миру, эпидемии, непрекращающиеся.
Да, сегодня не просто как раньше, мог один человек, первосвященник в храме, мог зажечь, каждый день зажигал минору, и в мире как-то было более не менее тихо. Сегодня этот праздник символизирует то, что если каждый человек будет зажигать маленькое доброе дело, тогда, только тогда сегодняшний мир наполнится светом. То, что раньше хватало одной свечи на 3 километра, его сегодня не хватает. Ну, так оно произошло, так можно сделать. Чем мы дальше от тех времен, тем, к сожалению, мы видим, ситуация немножко хуже. Немножко хуже ситуация, да? То сегодня, если каждый будет каждый день делать маленькое дело на примере того, как мы зажигаем просто свечку, просто зажечь свечу, да, тогда мир наполнится всеми нами, нашими свечками по всему миру, наполнится уже автоматически добрыми делами, да? Потому что если добрые дела, их нельзя делать как, знаете, как это, натхнение должно быть. Не должно быть натхнения для добрых дел. Человек должен себе поставить, проснуться утром и сразу же бросить одну гривну в этот фонд. Бросить в обед, бросить еще одну гривну в другой фонд. Да, вот сила этих вот маленьких добрых дел, она даст возможность, чтобы мир реально стал лучше. Вот это символизирует именно Ханука. Это вот публичное, общественное зажигание этой одной свечи, второе, остальное. Да, она вокруг себя. Но когда мы все зажгем эти свечи, помните, на Майдане? Телефоны вот эти. Когда все зажгли свечи, сразу было видно. Да, сразу было видно. То есть до того... Там было миллион людей, да? И что было видно? Ничего. Только когда эти люди зажгли маленькую свечку этого фонарика, власть испугалась. Уже нельзя было сказать, что пришло на Майдан 5000 человек, да? Вот этот вот маленький огонь каждого телефона, маленький этот свет, который... Что ему это светить? Ну, ничего. Но на самом деле, если вы зайдете в темную комнату, то вам не нужно зажигать 50, 100, 400 свечей. В темной комнате достаточно что? Одна единственная свеча. Ви от зараз розкрили просто саму ідею цього свята Ханукі. Да. От тепер, да. Знаєте, на початку, можливо, нам було до кінця не зрозуміло, ми це сприймали як просто, от я кажу, свято поїсти. Таке, просто як свято, да, чогось смачненького, то зараз стає зрозуміло, що це свято більше про нас, про нашу місію, мабуть, у житті, про те, що ми маємо робити більше корисних справ. І сподіваюся, що сьогодні глядачі і весь світ долучиться до того, десь у себе запалить свічечку в душі, а вже потім і поділиться цим світом. Ні, душі не треба. Ні. Не в душі. З душі, а потім вже поділитися цим світом. Ні, спочатку зажечь, спочатку зробити добре діло, спочатку зробити добре діло. Не потрібно державних переворотів щось поміняти. Достатньо просто, щоб багато людей зажгли свічки, тому що, як говорять наші мудреці, ви не можете тьму розігнати палкою. Угу. Да, палка, видите, ми давно теж палкою не могли розігнати. Я чому говорив, тому що зараз це відбувається. Щоб було зрозуміло нашій аудиторії, яка знаходиться в якійсь більш зрозумілій ситуації. Ви знаєте, як кажуть люди, ми не віримо, що це було. Тобто ми сьогодні можемо так само запалити свічки і святкувати разом з вами? Запалити свічки. Головне, от я вважаю, це пожертвування. І пожертвування. От моє мнення. Моє мнення. Я б сказав, головне – робити якусь добру справу. Добру справу. Ми дякуємо ще раз нашому ранковому гостю. Оріель Штер розкрив сьогодні саме сенс, чому святкують це свято, Хануку саме. Ось, і надіюся, кожен із вас після цього інтерв'ю, після цього ефіру зробить якусь певну добру справу для того, щоб світ став більше світлішим. Нагадаємо, що ми не можемо розігнати темряву палкою, краще зробити це ліхтариком або свічкою. Запалюйте і святкуйте разом із нами. Вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що надалі будемо вас дивувати якісним та корисним контентом. Просто будьте разом з нами. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а ми і надалі будемо вас радувати корисною та актуальною інформацією.